я Поля Лайфс, я снова с вами. Сегодня я буду рисовать совят карандашом в своем личном дневнике, так как я снимала видео, как я его там, короче, странички делала, но, короче, видео удалилось. Поэтому я буду снимать новое. Поэтому надеюсь, вам понравится, и вы поставите лайк, посмотрите, подпишитесь на канал. Общем, я подумала, я не буду делать этого совенка, потому что мне... Короче, ничего не получалось, поэтому я буду рисовать вот таких вот котиков, как пиксель арт. И поэтому я открою страничку для пиксель артов. Секундочку. Ой, так вот. Да. Страничка для пиксель артов. Где она у меня? Моя страничка. Это мой ютуб. Где мой пиксель арт? Я его найду. Надо будет список написать, где какая страничка находится. Пиксель арт. Ладно, на после рецепта. Вот он. Здесь у меня нарисован сердечко, очечки, какая-то ерунда, типа пингвин, алмаз, сердечко, сердечко. Здесь будет рисоваться два котика. Потому что мне так удобней. Ну, а мы встретимся через паузу. 15, 13, 14. Сейчас обведу это все черным, как-нибудь красивенько, и покажу вам. Вот что мне получилось нарисовать. Ну, в общем, нормально, так скажу. Сейчас найду что-нибудь еще нарисую, а то будет очень слишком короткое видео. Ну, ладно. А мы приступаем дальше. В общем, я решила нарисовать вот таких вот чудиков. И я еще... Вот я нарисую, скорее всего, вот этого, потому что это мне не очень нравится. И поехали! В общем, вот так у меня пока получилось. Здесь я сделаю вторую полоску такую же, потому что иначе не все место закрыто. Ну, ладно. А мы продолжим в паузе. Вот так вот у меня получилось. Надеюсь, вам нравится. Я еще подрисовала немножко вот эти сердечки. Ой, сердечки с алмазиками. Ой, не то. Упс. А, вот. Вот мои сердечки с алмазиками. Уи. Упс. Ладно, все. Все отлично, все сделали. Ну, на этом я, наверное, заканчиваю, потому что, ну, как бы, двух композиций достаточно. Мне просто надо еще успеть смонтировать, сегодня это все выложить. Неделя влогов будет выходить каждый день, завтра я начну снимать. И продолжу до конца этой недели, будет как раз 7 дней, будет все отлично. Ну, а с вами, в общем, была Поля Лайф. Это я... Поставьте, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Поля Лайф, и